5 основных ошибок продавцов, которые решили продавать свою недвижимость. Подождите, дайте мне сейчас человека. Во, дедом пахнет. А вот это от чего, вилка? Это хуй, это чего? Подожди, тихо! Выключите мне, я позвонил сейчас это. Вот, обогреватель Hyundai. Что он здесь, веревку с мылом заготовил? Выйдите отсюда, как у меня в этом, в жопе ковыряетесь. Диван, кровать, все. Слушай, штаны стоишь за хроник, да, по-моему? Да. Обратите внимание. Сделано в Германии. Работает? Перегорела лампа. Вот такая вот вода. Болотная. Пить нельзя, конечно. Но. Вода техническая. Она с мочой. Блять, он уже здесь реально повеситься хотел, что ли? Ну. Ремень приготовил, блядь. Ребята, ребятушки, ребята, как вы думаете, на что мы с Михалычем везде ездим, путешествуем, снимаем видеоблоги? Донатов-то сейчас нет, стримов нет. А мы зарабатываем деньги, выигрываем в топ-казино BC Game. Кто зарегистрируется по нашей ссылке, по реферальной, которую вы найдете в моем телеграм-канале Вселенная Реди, ссылочка на него в описании и закрепленном комментарии, тот получит до $50 за регистрацию, 300% бонусов на первый депозит. Депозиты и выводы выигрышей можно делать как на карту, так и криптой. Ну и еще казино BC Game делают ежедневные розыгрыши в чате казино. Ребят, переходите по моей ссылочке, которая в описании и в закрепленном комментарии. Играйте в топ-казино BC Game, выигрывайте, но не заигрывайтесь. Все, я полетел. Куда? Ну, короче, все, мы видеоблог смотрите. Ребятушки, всем привет. Раннее, ну как раннее утро? Сколько время? 8:40, Москва, Дон метен у руля. Доброе утро. Налейте мне чай, пожалуйста. Да, Вадик? А ты где? Я вот выхожу из гостиницы. Я уже возле вокзала стою, тебя жду. Ну, блин, жди, иду. Хотите изменить свою жизнь полностью? Я ее так меняю. Да? А я вам книжку хочу свою подарить. Да? Вот так вот, блядь, ребята. Книга моя нахер не нужна, Валерий. Утро! Все куда-то спешат, все куда-то идут. Вон, гляньте, сколько машин, сколько людей. Ну, короче, все бегут и всем друг на друга посрать. Это Москва. Дон Симон у руля. Вот, ребят, только вглядитесь в эти глаза. Никто не смотрит на людей. И где Владилен наш? Да, слушай. Добавь. У меня только визнал. Я бы выручил с удовольствием. Слушай, только... а давай так. Но. У меня там 30 рублей есть. Но. Давай возьмем. А где магазин ближайший? Пошли. Ну понял. А чем сам занимаешься? Откуда вообще? Дом строй. А что этот? Где работаешь? Нигде, видимо, да? Настройки. Настройки? Я же тебе говорю, дом строй. Блин, меня там друг ждет. Пойдем быстрее. Что тебе надо? Быстрее говори. Дай, пожалуйста, крепкого пива какого-то. Охоту крепкую есть? Охоту, да. 88. Давайте. Давай. Две давайте ему. Две хватит? Да. Я все время здесь. Все, Олежа, давай. Ты же, говоришь, на стройке работаешь. Ты же, говоришь, дом строишь. Я работаю на стройке, но я все время здесь. Все, я понял. Все, Олежа, давай, все, побежал. Давай. Дядя Владик. Ты никогда вовремя ничего не... Здравствуй, дядя Владик. Где кассы? Быстрее, пригородные. Нам до Вербилок, но поезд, который на Дубну идет, 9:22. Два билета? Да, в лето. 660. Сколько? 660. Ничего себе. Да. А у нас друг подсядет сейчас на следующей станции, ему дешевле будет? Вот хитрожопый, а. Ну, не говори. Да? Так, все, вот, Дубна, пятый путь. Ой, Вадик, как тут живешь? Столько народу, столько человек. Как ты в этом во всем еще с ума не сошел? Ты по утрам-то в метро не ездишь, да? Нет, конечно. Я раньше 9:00 не просыпаюсь. А как после вчерашнего самочувствия? Нормально. А этого тоже канаёбит, смотри, блядь. Так, ребята, у нас поезд с цыганями, с дембелями. Это не военные, во-первых. А кто это? Школьники. Ага, хуёльники. Дальше. Вот сюда садимся. Давай. Шестой вагон. Джексон. Жека. Вагон номер 6. Ждем. Это видео, Вадик, можно разговаривать. Я знаю. Белиши горячие, чай, кофе. От вас пахнет. Сигареты. Че? От кого пахнет? Чем?
Чем пахнут ремесла? А у тебя, наверное. Ну. О, нифига, ну-ка, Михаил, давай покажи. Военный. Ага, а, военный, ты сплюнь. Чё, извините, это я все, это хорошо, я просто, чтобы меня с этим рюкзаком никуда не забрали. А что он пустой-то? Ну я вещи забирать. Это... За урожаем едешь? За урожаем. Все-таки решил кабачки забрать домой, да? В ноябре. Подбродили. Да не, на самом деле, ребят, едем пока, это рекламный ролик, промо-ролик дачи Михалыча. Продажа дачи Михалыча. Стоимость 500 000 рублей. Это Москва, это даже не за 101 километр, это всего-навсего 94 км, да. Не, подождите. Еще. Меня не пахнет, я помылся. Ну-ка, у тебя. Ну-ка, подожди. Тоже не пахнет. Михалыч, ты один остался. Ну, точно. Не, давайте как все. Скажи. Давайте как в Сочи. Не, подожди. Друг другу жопу нюхайте. Подожди. Почему именно запахло, когда ты зашел сюда? До этого же не пахло. Нет, ты придешь туда, сам на варе шапка горит. Но... Кто признался, тот и обосрался. А сколько стоит? 200. Подходите сюда, мы купим. И легкими движениями. Мальчик его. Прикинь, помните, не отмыл. Помните, там в школе доски не отмыл. Какая хорошая салфетка. У тебя стекла-то есть? На даче. Давай, один грозился там. Из рогатки. Этот? Что говорил? А ты не хуяришься, все. Из рогатки? Так я же сделал рогатку. Ну, не видел? Нет. Не лежу, да. Вот такой самострел, ебать, и резать. Нет, главное, в 50 лет быть таким увлеченным, я просто поражаюсь. Да, да, да. Какие 50-то? 52 уже. 52. 51. В Петербурге, да, изготавливают? Да. А мы как раз сегодня в Петербург едем. Первое, для маленьких ребят, это рогатка. О, рогатка. Слышишь, ты что нас какой-то вчера хуйню привел? Вот, блядь, да, на поезде как-то аниматор за аниматором ходит. Дайте нам кубик Рубика. На, Вадик. Надо вспомнить, как собирать еще. Это только целлофана вытащить. А есть, да? Да. Вадик, тебе. И этот, и рогатку. Мы едем на дачу, к этому человеку стекла ему разбить. Подойдет или нет? Стекла подойдет. Ну все, спасибо. А там следующий кто будет? Чем торговать? Мандарин, киви, не надо нам? Не надо. Так ты купи дачу у Михалыча в Вербилках. Сиди, блядь, целыми днями, кубик Рубика там собирай, блядь. Это же дурачок, по-твоему. Колобок бухой по лесу катится, навстречу кубик Рубика идет. Слышь, говорит, ты кто? Говорит, я кубик Рубик. Да тогда шарик-хуярик, блядь. Приобретаем хороший секатор по японской технологии. Можно вашу шапку для демонстрации нашего секатора? Дорогие друзья, я предлагаю вам очень модную шведскую шапочку, которой можно протирать окна. Чем она лучше? Потому что она приведена в Швеции, и ее не надо мочить. Просто стоит всего лишь сплюнуть на окно. Как хорошо, что я дачу продаю. Вот центр Москвы, Белорусский вокзал. Мы из какого вокзала? Савеловского. Вот Савеловский вокзал, вот мы въехали наверх. А это у тебя Савелово? Ну, Савеловского вокзала. Нет, там. Это S как доллар. Вот мы и приехали. Вербилки. Вербилки. Короче, по времени так же, как до Калининграда лететь. Да? Да. Порвались кроссовки, ёб твою мать. Ничего не порвались, дырка специальная. Порвались? Ну. Это этот, амортизация. Ага. Вадик, Михалыч уже напугал. Это амортизация, Вадик. Ну. Порвались. Это Adidas настоящий, фамилии куплены. Новая крепкая мото, мотор. Заходи, Вадик. А, так ты расскажи, что мы готовить-то будем. Бигурме, что? Чай не выкидывай, пакетик. Потом еще заварить? Ну, ты же знаешь, куда девать их? Нет. В Красноярск отправляю. А что там? Ну, чай. Чайному этому. Чайный радже. Группу создал там какую-то, нахуй. Какую? Дырявый раджа называется. У меня фотка, нахуй. Если у тебя дырявый, нельзя говорить, чайный пусть будет. Русская. Не какое-то там американское, русское. Первая лампа накаливания. А мы вообще все изобрели, понятно? Мы же лампочку придумали, радио придумали, вертолет придумали Сикорского. Это уже было. О, Вадик, понюхай. Ты что, я нюх как у собаки, что ли, блядь? Здравствуйте. Опа. Мы снимаем фильм про вербилки. В курсе, кто вы. Да? Конечно. Че, Михалыч заказывал специально? Я и Михалыч сколько тут возил уже не первый раз, блядь. Я раньше вас всех смотрел. Симонов, не Симонов.
А как тебя зовут? Виталий. Виталий? Пятерочка находится на трассе Москва-Талдом. Ага. Мы там закупаемся, едем на дачу. Володя Ржавый каким богом там? Он здесь живет, жил отсюда родом. Просто когда я дачу купил, Володя мне написал, что... Никому не рассказывай, что я здесь жил. Что я отсюда родом. Соль, спички. А, кстати, да, соль, спички. Короче, одному лень, блядь, и не видит нихуя, что записывать. Попросил Михалыча, диктует ему, а этому лень тыкать кнопки, он, блядь, этот, говорит текстом. А, так это вот и текст записывает? Ой, нихуя до чего техника дошла. Все, лишь бы ничего не делать. Все делано для того, чтобы человек вообще ничего не делал. Скоро реально будет на кровати лежать, у него будет просто маска такая не, вот, не VR, VR-очки, и он будет там в этой жизни жить. И все, блядь. Пятерочка выручает? Что там у нас по списку? Петрушка. Колбасу какую? За 400 рублей берем или за 40 рублей? За 40. Шоколадка. Это кому? Девочкам из бухгалтерии? Да. Скажите, пожалуйста, для чего мы делали список, если Вадик берет все равно не по списку все? Шоколада в списке не было. Вадик. Вот эти возьмем нормальные. Что это за? Пельмени. Вот, и шары зальем, и это хватит. Кого? Что это за пиво? Пельмени взяли, сметана взяли, даже укроп взяли, даже пиво взяли. Да стоит ему тыкать, лень тыкать, кнопки, он придет, говорит текстом. Олег, вот этих вот записывать хуй, нихуя. До чего техника дошла? Ой, колонны я записал. Что это такое? Что за послание потомкам? А вот я бы, если бухал бы, знаете, что бы я взял бы? Вот из всего этого выбора, я бы взял деревеньку вот солодовую. А вы что взяли выпивать? А они взяли вот с сахаром, где сахара много, коньяк. Сейчас с Блёской будем знакомиться. Яичко. Яичко, да. Антиконтрафакт алка. Короче, вот эту штучку так нажимаешь и сканируешь. Что если она настоящая, сейчас выдаст. Коньяк трехлетний киновский. Настоящий? Да. Когда с Вадиком на заводе работали, в бухгалтерию приходили, ну еще когда советское время, не советское, когда перестройка началась, только развалилось все, и бухгалтерию так вот, говорит, мальчики, денег нет, вот, сосите на здоровье, конфетки нам давали. Приехали, СНТ, Михалыч. Нахуй ты разговариваешь, какой СНТ-то? Так все знают. Да? А, ну в принципе да, СНТ текстильщик. Здесь вот Блёска работает. Готов, вот Шелби. Котов не кормить. Осторожно, порог. Ух, блин. Порог. Там написано, указал. Кстати. Здравствуйте. Что порог. Мы снимаем программу 6 соток. Вот пришли познакомиться с вами, со знаменитой Блёской. Вы Блёска, да? Нет. Вас как зовут? Наргиз. Наргиз? А Блёска где? Какая Блёска? Ну, Блёска такая. Ты что, не тому подгон сделал? Да ладно, все. Ой, смотри, сколько... Не-не-не-не-не-не, Наргиз, это вам. Это смотри, вам. Какие элементы эти, архитектуры. Да. Это да. Но на самом деле, мы продаем здесь дачу. Мы снимаем обзор вообще, как до сюда добраться, и сейчас будет обзор дачи. Дача продается за полмиллиона. Да. Про что вы? Про дачу. Ни о чем мысли. А что цена-то? Ну, лям поставили. Да, 500 тысяч. 6 соток? Да, лям. Да, 500 тысяч, полляма. Что ты сидишь, сочиняешь? Безнал. Дубы-то не рухнули, нет? Полляма. Во, ребята, вот он. Вот она, могилка. Вон она. Не, ну здесь, конечно, больше двух дней-то делать нехуй. Здесь один день сильно жирно. Стоит 500 тысяч? Сейчас не возьму, дорого. Да как дорого-то? Ты думаешь? Нормально, а как? Все, проходите. Хвастайте. В мой дом. О, сразу дверь, смотрите. Ну, приходите. Ну вон, Вадик, твой колодец. А стульчик что здесь валяется хороший, между прочим. Стал лучше жить? Вот они, грядки Михалыча. О, видишь? А скотч перемотал, молодец, видишь, под цвет крыши сделал. Все, Михалыч, лучше бы их сюда не вез, да? Олег, действительно. Во! Дедом пахнет! Вадик, так смотри, заходи здесь, как это, как на таежных хрониках запах. Как на дедом пахнет. Как на Бродовой. Не, здесь нормально пахнет, что-то ну, дерево. Ну. Подождите, дайте мне сейчас силовика. Дайте сигнализации. Провожу. Сигнализации снять надо, а то сейчас приедет полиция. Вот, обогреватель Hyundai. А свет есть здесь? Есть. Здесь, а как включается? А как свет включается, Михалыч? Ну и где ты тепленько спишь? Вот. Вот здесь? Да. Ой-ой-ой, вот это да. Диван,
кровать, все. Слушай, штаны стаешь за хроник, да, по-моему? Да. Я... Подожди, тихо! Блять, выключите мне! Я позвонил сейчас это. В чем здесь? Я веревку с мылом заготовил. Да, вы заебали, блядь, выйдите нахуй отсюда, блядь, как у меня в этом, в жопе ковыряетесь, нахуй. А вот это от чего вилка? Это хуй знает от чего. Блядь, он уже здесь реально повеситься хотел, что ли? Ну. Ремень приготовил, блядь. Смородина. Гулливер большая. Или, ой. Да. Или лилипут маленькая. Или лилипут маленькая, вот она здесь спрятана. Ага. Ты скажи, сколько соток-то? 7 и 8. Ну, короче, 8. Самый главный вопрос. Соседи живут кто-то здесь кругло-кругло? Соседи изумительно добрые. Нет, живут или как дачу используют? Как дачу используют? Ну, до октября, до ноября. А вот там мы сейчас бабушку видели. Она здесь живет. Она живет здесь, да? То есть да, есть, здесь то есть... вот там сейчас можем увидеть этот, как его, дымок тоже, как в этом в сериале «Лост». Ворота закрываются, то есть все здесь, это там, да, там да, охрана, да, то есть люди, не заброшки, ничего здесь. Ну, да нет, нет. Ну смотрите, сколько здесь домов. Нет, ну офигенная дача. Обратите внимание. Сделано в Германии. Работает? Перегорела лампа. Да. Ой, а здесь какая-то... Обычная таблица? Не, ну Михалыч, так вот все пока, у тебя так-то здесь все... У тебя так-то все на уровне. Вот, здесь я в этом году дополнительно приклеил этой пленкой. Пленкой, да. Чтобы ветер не это, да? Да. Когда моешься, чтобы ветер не обдувало. Тут до плюс 12 можно мыться. О, Вадик уже колодец открыл. Леха, Климов, ну сбылась наша мечта. Дружище, за сбылась. Я тебе, блядь, сейчас это... Вадик, блядь, фу. Брысь, место. Вот такая вот вода. Болотная. Прозрачная, да? Прозрачная, да. Сколько метров? 5 колец. Ну, 4 метра считает это. Вот 5 и 4. А, тут кольцо метровое, да? Но ее пить же нельзя? Пить нельзя, конечно. Но... Вода техническая. Она с мочой. О! Короче, вот... А это хорошая примета Михалыча с полным ведром встретить? Ну, полненького Михалыча с полненьким ведром. Ну, вода техническая. Чистенькая. Ну, что, прозрачная вода, нормально. Ну, пивни что-то. Ну. И Вадиком не пахнет. И Вадиком не пахнет. Ну. Ставь на горелку, она нагреется и помыть. Газ знаешь, сколько стоит? Да мы в России живем, здесь газа, вот жопа ешь. Ну, а газа-то нету. Да мы в России живем, здесь газа, вот жопа ешь. Ну, я как, я из колодца воду набирал, когда лень было ходить с похмелья. Я сюда воду наливал и вот... И что ты с ней делал? Кипятил и пил. А, это типа фильтр, что ли? Фильтр, да. Ну подключай газ, давай пробуем. Ты скинь, где мы втроем стоим. Я же скинул. Куда? Вселенная Рэди. Телеграм-канал, ребят, Вселенная Рэди, ссылка в описании. Там вот еще видео, понимаете, еще из Красноярска идет, а мы уже в Вербилках уже, в Москве. Там вся онлайн информация в телеграм-канале Вселенная Рэди, ссылка в описании. Как заебись, что я эти 2 дня не ем. А, знаете, что хотел сказать? Вот сижу на этой даче, такое впечатление, что здесь 100 раз был уже. Сколько я здесь видел Михалыча пьяного. Короче, понимаете, как своя дача. Ну как ты вот здесь на гифке выглядываешь, заглядываешь, покажи. А ты специально, да, летом посуду не моешь, чтобы зимой приезжать мыть? Я же знал, что 7 ноября праздник, друзья приедут. Он же тогда, мой, говорит, 7 ноября непременно обедаем только у нас. Археологи, ау. Не, на самом деле, ребятки, сейчас Михалыч помоет посуду пусто, и давайте бигурме приготовим. Я знаю, что вы ждете, чтобы это бигурме было быстрее, быстрее, быстрее. Давай быстрее. Мы уже назовем это бигурме по-вербилковски. Ну, как хочешь. Да, бигурме, как хочешь. Рецепт же другой. Нет, вербилковский бигурме, так и назовешь. Вербилковский бигурме. Может, на улице готовить, а? Что, ладно, ветром ее сдувало? Не ссы. Ну, Вадик, она стоит. Хорошо, ты поставь, как она должна на стоять. На самом деле, ребята, я подслушал все. Вадик, знаете, где рецепт взял? Там женщина говорит... Не знаешь, чем мужа накормить, когда он приходит с работы? Да, да, да. Вот, давай, Вадик. Муж пришел с работы. Сейчас идет, придет с работы. Давай, сейчас будем кормить мужа. Давай, ты будешь подстрахуй, я буду поболтай. А я? Поснимай. Поснимай. Ой-ой-ой-ой-ой. Все пельмени сюда.
Блять, ну Хованский, конечно, обзор должен на это будет сделать. Ой-ой-ой, держи, держи, Жека, держи. Держи, держи. Ребята, скидывайте все Юрию Хованскому, а он и так посмотрит. Сейчас посмотрим. И он должен будет на это сделать обзор. Слушай, Михаил, как-то помолодел здесь на дачу-то приехал. Ну, конечно, ну. Че неудобно, блядь, а молоток под жопой лежит. Я ж не стал ему... Ой, блядь, принцесса на горошине, блядь. На баба. Я говорю, такое желание. Я сейчас сижу на этом месте. Так, стрим хочется запустить. Я почему дачу-то и продаю, что здесь сядешь, ноутбук здесь стоит, здесь горелку, картошку сваришь, что-нибудь, какой-нибудь там рыбки, какой-нибудь, ну, на закусочку что-нибудь такое. Сядешь и вот, надо окошко помыть. Чего он там в окошке увидел, сидит? А как же здесь не наслаждаться вот этим видом? Тем более этот сделал. Стол. Так и что, почему продаешь-то? Спиваюсь. Это честно. А что здесь делать-то еще? Слушай, а как раз в тему, да? Сегодня же 7-е, как это же было. А из нашего окна площадь красная видна. Посмотри, что-то ты в окно. Все на улицах красно. Ой-ой-ой-ой-ой, пошла жара. Люди все дачи для чего покупают? Или дома? Чтобы спиваться. Чтобы просто там бухать. Что, пошел там, поработал в огороде днем там. И потом раз вечером, ой, после баньки-то бухнули, блядь, пивка, водочки, блядь, и все, и так и пьют, и бухают. Ну, во-первых, в психологии мужчины так заложено, что ему нужно периодически уединяться. В берлогу уйти. А, для этого гаражи покупают, да? Гаражи, дачи. Паприка. Паприка. Красная, прекрасная. Паприка много. Смесь перцев. Дробленая. Соленая. Крупная. Обычно. Сметанка. Прямо вот так вот. Ой, по-босяцки. Хватит, много не надо. А то слишком жирное блюдо получится. Да, сильно жирное. А то Вадик диетическое готовит. Ну. Давай, держи. Мешаем. Ай, уже вкусно можно жрать. Если что. Пахнет очень вкусно. На вот, хотя мне сейчас и говно, наверное, вкусно бы пахло. Поджаренное. Готово, а? Готовы? Давай любое. Блюдо не имеет права называться бигульме, если его не залили пивом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, это есть возможно? Я бы с удовольствием бы это поел. Но я на голодании. Я, сука, специально подрасчитал так, чтобы не есть это, блядь. Я тоже чипсы взял. Хуй его знает, блядь. Да не, сейчас выкипит все. Нормально будет, не это, не гоните. Ребятки, не слушайте их пиздоболов. Будет очень вкусно, я так думаю. Нормально. Все? Обочки, вот она. Шигельме. Вы здесь это... Знаете, почему дача может сгореть? Потому что уже об этом в газете написали. Вон уже какой-то пожар сфотографировали. Тихо ты. Слушай, готово. Я-то в магазине пельмени не разбираюсь, вареные они или нет. Вареные, конечно. Ну-ка, попробуй, Михаил. А что ты? Мухи полетят изо рта, блядь. Готово. Готово? Ну, давай тогда все по красоте. Давай сейчас это все херню. Да чем горячим? Горячим. Сырком. Ой-ой-ой, ебать тебе. Как вкуснятина будет. По красоте. Ой-ой-ой-ой-ой. 3-4 опачки. Ой-ой-ой. Так, Вадик, это пицца какая-то получилась. Это охуительно получилось. Какая-то шакшука. Если туда еще, кстати, вот сюда еще разбить. Ну, убери. Три яичка или 2 яичка разбить. Вообще будет супер. Подставляй. И размешать. Подставляй. А я этот киндер-сюрприз яичко подарил. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну чё, Михалыч, готов туалетную бумагу? Я как Вадик. Ты чё, старичок, что ли? Ну-ка, старичок, налей-ка нам. О, как говорит Алкабард, первый пук. Шоколадка была. А чё мне нюхать-то? Вот, шоколад. Не, ну, это сахар галимый. Настоящий коньяк так не может выглядеть. А как он должен выглядеть? Он такой светлый, как у меня самогонка. Не жалко такую дачу продавать-то, Женька? Да ты чё, я уже чувствую, что цена растет 550, за зиму до 600 дойдет. Да. Так а чё, Михалыч, ты понимаешь, это как биткоин у тебя. Ты сейчас новый биткоин возьмешь, он опять вырастет. Новую дачу возьмешь, она опять вырастет в цене. Продаж. Давайте. Бизнес. Нет, если честно, за историчность здесь просто 50 тысяч накинуто. Ты покупал за сколько?
За 300. В 20-м году. В 20-м году, да. Сейчас 23-й. 23-й колодец. Плюс колодец. Плюс забор. Забор. Плюс весь участок разровнен, от всего выкорчеван, перекопан, плюс туалет перенесен. Идеально. А, и туалет уже с кольцами. Новый. С кольцом, да, все да. Нормально. Как да, говорится, все. Как это туда можно спокойно? Как эти пару лет спокойно? Родненька, я хочу выпить за вас. Я очень рад, что вы опять, Димка, Женька, вы вместе снимаете рубрику «Хочу пожрать». Димка, блядь. Давайте покушаем. Собака совсем охуела, блядь. За Димку и Женьку. Да давайте, ну что, давайте, правда, за воссоединение, за вообще, что такое знаковое место на даче у Михалыча. Давайте. Чем тут собрались-то? Это сейчас выпучит глазки? Да не, поздно, ёпан. Сейчас выпучишь от пельменей. Пахнут они аппетитно. Мне кажется, ниндзя черепашкам бы понравилось тоже. Не, пахнут аппетитно. Но. Без пиздежа. Смотри, ты как человек-паук, блядь, у тебя это паутина изо рта тортит, блядь. Да, да я ее ем иногда. Дырявую. Дырявую, это в Красноярск надо. Но вы можете не ругаться? Вы что, издеваетесь, блядь? Я второй день на голодовке, нахуй. Вы помимо того, что жрете передо мной, еще, блядь, не рассказывайте, это все так вкусно, блядь. Блин, я сейчас понимаю, зрители наших понимают, представляете, как я вот сейчас вот реально, ну, вы пьете, да? Я просто Тане уже рассказываю, ну, сейчас, да, Вадик опять скажет, что свистит кукушка. Я просто, проходили мы тут давеча с Таней, мужик стоял, выпивал на этом, на лавочке. Вечер, теплая такая погода, тоже где-то плюс 10 градусов в Калининграде, светят эти фонари все, знаешь, ну вот в домах окна горят, такая погода, знаешь, и вот он стоит, открывает эту 100-граммульку, выпивает, у меня в голове вот этот вот пошел, вот эта вот эйфория. Вайб. Да, вайб, я начал вспоминать, когда я выпиваю, я думаю, блядь, как же охуенно, и я такой думаю, ну, когда вот я тоже это выпивал, такое чувство, и я понимаю, говорю, Таня, так я только что сам ощутил это же чувство, не выпивая, понимаешь, что фишка? Брешет, блядь. Я сейчас, ты про что начал? Я сейчас на вас смотрю. Я же представляю чувство зрителей. Я сейчас как будто бы залез за камеру и смотрю с монитора на вас. Какие вы классные, охуенные, блядь. А я как будто в психушку попал. Как хорошо, что вы все помирились, а. Как хорошо, что вы все помирились, блядь. Как это? Словно светят звезды. Но. Мы красноярцы. Красноярцы. Все тут близко, все знакомо. От Покровки до Затона. У причала на реке. Блядь. Глазки не забываем. Открывать или закрывать. Так бы все вместе мясорубку твою, да мою тесто раскатку. А давайте жить вместе. Давайте. Давайте домик купим для трех поросят. А Симонов будет на него дуть. Но придется на колках есть. Как в этом, как в автомате. Я басыться, блядь. О, так это мини-бар. Да. Я за вас еще мини-бар оплачивал. Да я за вас еще мини-бар заплатил, сука ты конченая. А вот Вадик обещал в колодец нассать, а нассал в бутылку. Ну, надо вылить в колодец отнести. Сосветят звезды. Дырявый ханжа, блядь. Дырявый раджа называется, моя фотка. Но... Ты сказал, что ты про Марика не будешь. А это ведь про Марика? Похоже, как про Марика. Я не смеюсь. Выключи, блядь. Да, блядь, это ему еще повезло, блядь. А меня что, блядь, на 400 рублей это, блядь, 5 человек чай пили, 2 раза заваривали. Принцессу Гиту мог вообще налить, блядь. Ну. Почему, ты расскажи, пожалуйста, почему вот это вот Наргиз в магазине, почему ее зовут все Блёска у тебя на стене? Вот мы заходили в магазин, Блёска, Блёска. Объясняю. 2 или 3 года назад хейтеры, дорогие зрители, написали: Михалыч, я вычислил, где твоя дача находится. Ты ходишь в магазин у Юлечки. Я говорю, да, магазин у Юлечки. Ну, где 3 богатыря стоят. Да Юлечка, это вообще другой поворот там это. Я говорю, да. И с тех, ну, потом пошло все. И я с тех пор хожу, я говорю, я к Юлечке пошел за спиртом. Все, Юлечка. А потом как-то с похмелья просыпаюсь и пишу, надо идти к Юлечке. Хуякс Т9 переименует в Блёску. И не обратил на это внимания. И с тех пор Юлечка стала Блёской. Ребятки, вы, конечно, меня извините, но мне тоже сегодня зарплату получать. Готовы?
Блять, за деньги, да, за деньги. Извини, где связи нет, не могу перевести. У нас в команде Виталий замена. Виталия прислал Никиту, у нас будет Никита, если пробует наше блюдо. Пробуй, это, короче, мишленовский рецепт приготовления. Это все мишленовские звезды. Пельменей. Да все, да хватит хорошим. Говори как есть. Да, хуёво, хуёво. Да. Никто не обидится. Вкусно. А самое главное, чем, как думаешь, чем залито было? Не угадает. Не угадает. Конечно, не угадает. На чеш начинается. Притом, понимаешь, на ское заканчивается. С пивом. Чешское пиво, вот, было залито чешским пивом. Мы все на нем варили. 15.01.3. Все, Михаил, собирай все, все давай это в кучу. Уезжаем. Пельмени куда-то эти девать. Бульмени, так, пакет мне под этот, под всю под газировку, под всю эту, я... У тебя же рюкзак я есть. Все солью в один пакет. Так, ночью надо стрелять? Или что, это отгонять животных? Нахуй я показал, да, Михалыч? Вот именно, блядь. Иди, Вадик, стреляй. А что один красный, один зеленый? Куда ты нахуй, в лицо там отправляешь? А желтый где? Ну все, испускай его. Ну? А, так это типа... Ракетница. Ракетница? Ну, да, сигнал падает. Ну, чей-то дальше не станет. Помогите, помогите. Нет, ну если я так вблизи этой дуры и шваркну, то мало не покажется. Пугач. Видишь, как я его напугал самострелом, что он, блядь, купил для обороны. Для обороны. Для обороны. Для обороны. Я как Сережка начал разбивать, может, у меня инсульт? Адида, Адида. Адида. Без потерь не обошлось. Помните, джинсы в Красноярске купили, подшивали. О, ну-ка подойдите, посмотрите, пожалуйста. Все, кобзда джинсам. Свет не забудь выключить. Вот, вот, и ради чего приезжал. Я сюда? Вот специально видео включил, чтобы ты потом скажешь, а я свет выключил или нет? Я скажу, давай на видео посмотрим. Выключил? Да, 50-82. Все, еще и показания счетчика запомнили. Пока, спасибо. Ничего там, живот не мутит от пельменей? Не, все нормально. От бигульме Твербилкинского. Твербилкинский фарфоровый завод. А так на школу похоже, на 48-ю. А подскажите, пожалуйста, мы туристы, приехали на Твербилкинский фарфоровый завод. Как нам на него попасть? Вот по этой идешь тропинке, с той стороны за школу. Все, спасибо. Прикиньте, вот мы сейчас начали в телеге выкладывать уже, ну вот эти вот я видосики-то с вербилок, что продаем. И уже один написал, Дима 115, уже говорит, за сколько, говорит, продает. Скидка есть, говорит, рассрочка есть. Михалыч, скидка есть, рассрочка нет, есть? Нет, ну куда, блядь, ну я без скидок, без рассрочки. Ну так в минуса сдаем, ебаная. Давай, показывай. Фарфор вербилок. Ой-ой-ой, Тань, я нашел. Ой, красота фигур. Какая, эту брать надо. Какие титуленькие. Это вот по красоте, такую брать надо. 2500. А, 2500? Да. Хорошая, надо брать. Ой, слушай, нихера российский, блядь. Вот это понимаю. Это Юрий Алексеевич? Ой, все, берем. Вот эту в чулочках берем. А, у нее титик нету. Или как есть? Есть. Не, эту нет. Давайте вот эту в коробку. Я там дома... Это вот невинная, чистая. Ну, я сам покрашу дома. 66-й. А год. Почему на ней Дед Мороз написано? Ну, потому что. Потому что... Не, ну давай так вот. Нет, потому что запрещенка. Подожди, подожди. Вот так вот. Ну, если разобраться. Как... Дяденька, извините, вопрос такой. Какая из них привлекательна, на ваш взгляд, такой мужчина? Дяденька. Нет. Вот что я, дяденька. От обеих не отказался. Ну, вот это естественно. А это чем она привлекает? Ну, а что, вроде покрашены глаза вроде. А если эту покрасить, там же можно так аккуратнее? Если сами умеете, то... Конечно, я умею. Тогда вот это... Ну, да, я не, умею. Ну, это невинность. Да-да, невинность. Я вот эту, я за эту. Все, моя, домой едем мы. Я вам принесу домой. Еще одну. Домой моя девочка едет. Надо, ребята, в комментариях напишите, как мы ее назовем. Самолет 15700, а чем он так дорого стоит? Только железо, сколько электроники там. Смотрите, Багратион. Это вообще шахматы на зоне делали, да, наверное? А клоун 44 тысячи. Надувной клоун Сергей Симонов. Вы что, во мне сомневаетесь, что ли? Выбрал правильно, потому что, оказывается, вот это 2500 я сейчас перевел, а вот это сколько, Вадик? 9 тысяч покрашенное. Ну, я сам покрашу. И продашь за 90 тысяч. Я не буду продавать, но я покрашу. У меня есть тоненький маркер дома, я покрашу. Я трезвый буду. А соски какого цвета будешь делать? Бледно-розовые или коричневые? У всех нет. Разный вкус. Чего? Даже не знаю, где это находится. Да перестань. Не, ну Вадик, скажи, когда сосочек сосешь, он же на маленькую пипиську похож? Не знаю, сравнить не с чем. Михалыч решил взять шаурму. 180 рублей стоит. Ага, вот я перевел, посмотрите. Да, перевел. Вербилкинская знаменитая шаурма. Знаменитая, да. Я на самом деле здесь впервые. Нет. Сейчас придем за коньяком.
А вон еще есть, смотрите, собачьи вискари есть, есть с почты Льер. Здрасте, три билета до Савеловского. Берите, да. Я задержу электричку. Давай. Позвоните, чтобы задержали. Все? Спасибо. Вы че, предатели, блядь? Вот сволочи, а. Без меня, блядь. Вы че, блядь? Запрыгивай, дурак, блядь. Вы че, а? Сейчас отдышка вас до самой Москвы будет мучить. Здесь самое главное. Бежали. Продышись, продышись. А все. Мне хоть бы хны. Ага, точно. Давай, блюй, 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 на Вадика прям, на живот ему. В пуп, в пуп Вадику блюй. Шоколадку дай мне закусить. Подбирай, да. Быстрее, Михалыч, быстрее, 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 быстрее. Вот, все, пиздец тебе. Вот он. Ага. Здравствуйте. Вы билет проверяете? Нет. Ну, слава богу. Ненавижу, он здесь. А что случилось? Ну он бесплатно едет. Так давайте оплатим за него. Не нужно. А что? Ради принципа не платят. Я готов оплатить, деньги есть. Все. Но. Он специально не берет талон на станции, где есть талоны посадочные, чтобы вот так выносить мозг и не оплачивать 100 рублей за сбор. Нет, возможно, это испытание себя. Это такая инициация. Я... Дело не в том, мы бухануть тихушку специально в последний вагон сели. Так он что не хочет? Он 100 рублей не хочет платить за сбор. Такой, за грудной? Да, грудной сбор, когда человек садится на станции, и когда не берет квитанцию с этого, с этой штучки. Давай я за тебя плачу. А не нужно, у меня деньги есть. А смысл какой? Нет, смотри, сколько взрослых людей собрали. Ну, вокруг тебя. Вот вы один в своем возрасте, понимаете, столько людей около вас стоит. Я же никого не оскорблял. Одно дело, если бы я на заводе. Вы закон нарушаете. В том вагоне только что мы заступились, чтобы вас там просто не убили. Да мы с ним бы нормально посидели, да бы спокойно бы. Да вы бы сейчас там уже лежали. Это человек, я думал, только что со своего. И вот за такие мелочи, потому что я видел его карту. Ты зачем к нам пришел? Нам догнаться надо! Проходите, не провоцируйте, пассажир. Пройдите там, дверь откроется и покиньте. Не, хочешь, давай за тебя заплатим. Дорогой мой человек, ты систему не сломаешь, система тебя сломает. Проходите. Мы бы уже две стопки выпили, значит, весь народ здесь не собрал. Ты тихо, ты молчи. Слушай, я понял. А ты пассажир 59, да? Который служба безопасности скрытая. Как Уэсли Снайпс. Как Уэсли Снайпс. Все, хорошего дня. Все, давайте. Уэсли Снайпс. Пассажир 59. А я его 59. A few minutes later. Коньяк будешь? Да не, я не пью. Не пьющий? Я уже где-то полгода бросил. А я 2 года не пью. Два друга. Тянет, нет? Нет. Дмитрий Шилов набрал? Сейчас. Так ему сейчас ничего не откроется. Красноярск, правый берег. Вот, да. Вот. Переговор с Вадиком. Вадик, да? Человек Вадик? Вот он. А это два Вадика. Два человека Вадик. Это Вадик настоящий, это человек Вадик. А ты улетающий вдаль самолет, сердце свое сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Самолет о чем-то поет. Ты все равно больше десятки не получишь, что ты жопу рвешь. Ты что скажешь, что это друг мой? За деньги, да. Ну, за деньги, да. Что ты хотел сказать? Ничего не буду готовить. Сядем, выпьем. Батл ляжет, а ты в Питер сам едь. Просто, ребят, чтобы вы понимали, следующий выпуск должен был быть, как мы готовим с Михалычем новогодний салат в СВ, СВ-купе, Красная Поезд, Красная Звезда, Москва-Санкт-Петербург. Самое главное, чтобы я вот этот салат внутренний приготовил. А, ты спишь на нижней полке, а я на верхней. Да, стакан расклеился. Главное, душа ЛГБТшная. Слушай, самый милый выпуск вот этот. И вербилках выпили. Я же говорю, кто больше всего протестует против ЛГБТ, тот сам латентный гомик и является, блин. Это вырежем. Нет-то денег, нет, что-то ревешь, что-то красиво.
А что произошло-то? Ну не плачь, ну что. Гормональный ты... сбой? Что ты плачешь? На фоне алкоголизма? А ты что, а ты у Степы на свадьбе был? А у Павловича на похоронах. Сейчас еще найдем, что за Степа. Да. Можно к вам команду. Хорошо. Что значит команду? Он у нас будет фара. Как рядовой джурак, как бригада. Осторожно. Есть какие-то сексуальные предпочтения? Да ты заебал, слышь ты. Ты бы, вот больше всего, вот этот, но... больше всего против этого ЛГБТ, а сам уже 200 раз это ЛГБТ. Я, чтобы знать, мне надо определиться. Как подопьет, так все вот это раскрывается. Я хочу, чтобы знать, кто вы такие по жизни. Короче, Коля. Да. Коля. Коля. Да, за место. Я не Дима, я Митя. Дима, да. Дима. А разница? Потом расскажем. А разницы никакой. Короче, вот этот старый уже все, кукухой поехал, точно уже? Да, меняем. Уже. Меняем на тебя. Будешь молодой, вот у нас будет солист группы Quest Pistols за место Вадика. На этом видео моя карьера на канале Ready закончилась. Сейчас, подожди, ты слова немножко местами поменял. На каком? А, на этом видео. Так, нет, мы съемки на канале Ready. Монтажер. Закончены и... Хотел бы всех еще поблагодарить за все, что вы для меня сделали, смотрели, подняли мне популярность. Смотрели и не переключались. Под видео будет другой канал Владимир Нижнейший, где вы меня можете лицезреть. Так, вы там будет канал или видео на ссылку из поезда? Видео на ссылку канала. А с ними, я говорю, все. Я в Пскове сейчас был, блядь, охуенно там, блядь. Понимаешь? Что здесь было, что? Курнули не то. Это Михалыч. Сапскова вы, Сапскова. Собачку говорящую посмотрите. Я ведром переебет мусор, блядь, все видео смотрит. Ну, отец мой и мать. Лечить так лечить. Гулять так гулять. Стрелять так стрелять. Ау! Диня, летят высоко. Он только что эти пальцы облизывал, а теперь тебе губы замкнули. Человек говорит, а ты ее перебиваешь. Я в Пскове сейчас был, блядь, охуенно там, блядь, понимаешь? Я им помашу рукой! Я ж тебе по-отцовски, блядь. Дайте поцелуй! Коля, ну ты мне скинешь фотки, мы вставим. Ну а как, ничего, я снимаю. Да. Ну ничего, Вадик. Ребята, было у нас трио, а стал у нас квартет. Подожди, квинтет, сейчас девушка еще история это выйдет. Да девушка, ладно. Что за девушка? Все, Коль, давай, учись прощаться. Нет. Учись прощаться со зрителями. О чем мы говорим? Все, ПТВ же заканчивается видеоблог. Так, еще мы говорим. Ну все, там, ребят, спасибо все. За просмотр. Там, все. Всем пока. Надеюсь, вам понравилось. Да. Все. Нет, ничего, Коля, сейчас девушка история это выйдет. Зачем? Блин, Света точно скажет, он пьет с тобой, еще с девушками в туалете знакомится. Я специально провоцирую, чтобы... Короче, Коля, заменишь их обоих, Коля. Посмотрим. Да. Ну, точно. Все, ребят, давайте. Коля, что, с видосы... Коля, топи канал, нахуй. На сегодня все. Все, пока. Бай! Топи.